О! Всем здрасте, с вами Вечный Блогер. Сегодня мы на тракторе. Трактор самодельный. Все классно. Ну вот мы сейчас опять здесь, снова. На севере. На север. Крыша улетела, крыши нет. Да, тянет крышу. Нет, крыша. Короче, сегодня мы идем в лес. Обходим. Сегодня мы идем в лес, и сегодня мы снимаем, как обычно. Скорее всего, будет какая-нибудь история опять, наверное. Так, сегодня мы идем в лес искать привидение. Ты колол его? Нет. Тракторист. Скажи. Сейчас мы пойдем, как я сказал уже, пойдем в лес, извините за ветер, мне пофиг. Сейчас, короче, мы пойдем в лес, как будем в лесу, мы вам включимся опять. Короче, друзья, наш план изменился, мы идем в сад. Сады. Класс. Как будем в садах, включимся опять. Алексей, тень, крышка. Короче, мы нашли проход. Проход тебе между ног, дурак. Мы нашли, как зайти. Подключаем микрофон. Бля. Теперь мы идем. В режиме тишина. Мы первый раз мы не знаем, где мы. Надо петличку заковать от шума. Надо вообще его внутрь засунуть уже. Я думаю, так слышно будет. Поэтому я буду говорить вот так, слишком громко. Поэтому? Чё так много поэтому? Поэтому, потому, посему ты слишком криво держишь телефон, блядь. Спасибо. Всем похуй, да. Если это видео выйдет на канал, не осуждайте нас. Потому что нам надо снимать контент, контента нет. Как обычно. Карантин, да, все сидим дома. Это мы, у нас привилегии просто, мы, блядь, можем гулять. Мы ютуберы, у нас привилегии, нам. Мы гуляем и все, пиздато. А вы сидите дома. Всем, сука, сидеть дома. Пока не отменят карантин. Вопрос, это не достроенный или заброшенный? Скорее всего, не достроили. Можно КП чистить? Да, это не достроенный. Не пиздат. Нихуёво. А чё за сад, посмотри? Я не шар. Чё за слово? Шлово. Шлово, что-то новое нашёл. Я не шарю. Камон. Шару. Я не шарю. Нет. Типа я не знаю, откуда тебе я не шарю. Типа. Шар, блядь, я не. Я не шар. I understand. Understand. I'm sorry за. Как ветер будет на английском, сука? Ветер. I'm sorry за ветер. Мой английский very good. Евлеева. I went to subway на туре. Дэм, блядь. Так не бать. Базарь. Пидор, пошел нахуй. Чувачок, не матерись тебя, слышит бабушка. Чувачок, не матерись тебя, а Господь все слышит. Иисус, свали, у нас полили. Иисус, сваливай, нас полили. Там машина. Блять, там машина. Да нет, погода не заброшу. Ебать, дохуя машина. Ну нахуй. Петля у тебя на шее. Там машина. Заебали, пидорас. Заебали комары, заебали мужики. Ром, держи телефон за пару. Нахуй. Так же лучше, да, снимать? Действительно, блин. Ты его снимаешь? Сейчас, мне короче. Микрофончик. Вообще взяли, блин, эту блюду с петличкой вообще рвали. Вообще пиздец.
У нас лето. Не смешно. А, похуй. Пойдем туда? Вещи нам не так. Ага, а что мы опять сидим? Они ебать за секунду доебал до прыгать. Это не чужой. Half-Life 2. Капка, блядь. Капка, видео, название видео «Лазим по заброшкам». А дневник, дневник блогера «Лазим по заброшкам». Даже не по заброшкам. «Лазим по саду». Чуть не спалил палец. Да стой. Он заброшенный. Тот, нет, а вот этот, да. Блядь, ебать страшно. Я тебя просто увидел, мне страшно стало. Испугался. Блядь. Нихуя интересного. Ты ебанутый. Ебалай. Мам, смотри, какой ебалай. Сынок, ебалай это ты. А порода лобай. Не баян, а классик. Сейчас я шнурки засуну. Пошел нахуй. Давай, я тебя снимать тогда буду. Пошел нахуй. Я снимаюсь. Точнее, я буду сниматься когда-нибудь. Надо зайти. Возьми новый дом. Ебать! Сука, колючки-то хуя. Ах, блядь, колючие. Колючка. Тавтология. Это было новое слово. Это тавтология. Я нашел ножницы. Пачка сигарет. Вот здесь ебать что-нибудь посидел, да? Сидишь, охуенно бухаешь. Вот опять у меня болезнь такая, блядь. Я прихожу за брошку, срать сюда хочу. Да я, ты охуел. Вырежешь. Иначе я тебе глотку вырежу. А, блядь, колючки. Ой, блядь, колется нахуй. Заебали комарки. Короче, посмотрите, что по звуку вообще. Нормально. Хоп. Мы нашли хату на Новый год. Потолок не ебен. Окна почти все есть. Почти не считается. Не провались, блядь. Ну и дерево. Лёх, а? Дерево растет на. Лекарство. Что это? Это карвалол. Коронавирус против. Ой, блядь, дом ломаем. Новый год же есть еще. Новый год еще встречать надо. Я его прицеплю. Денежка. Чего ты там близко делаешь? Ну всем плохо. Да, всем плохо. Лоб можешь убирать. Она конечно скажет на сейчас. Да, вижу. И вот, короче, мы опять идем в поисках дома. Мы опять китаемся по всему миру, чтобы найти себе дом.
если вы хотите нам помочь, ссылка в описании. Где стоит? Ссылка в описании. Так, пизда. Я думаю, тут есть люди. Когда же нас фоткают, плохо, и пойдет. А нет, а пойдем на нас платить. Че, мы просто гуляем, мы чем делаем? Ведь так? Чтобы стабилизация была, нужна нормальная камера. Чтобы нормальная камера была, нужны деньги. Чтобы были деньги, надо зарабатывать. Да. А совсем да, да. Мы потерялись. Помогите нам, спасите, пожалуйста. Мы потерялись. Нет. Бля, мне потом все это нахуй надо смотреть, вырезать что-то. А бог просто клею все, не буду вырезать. Ладно, и так сойдет. Я не буду. Мне этого никто не говорит. Я ее спрятаюсь. Впрочем, это уже совсем другая история. Курять, блин, хоть. Мы начинаем охоту. А, это баня, что ли, какая-то? Или это старинный дом, блядь, типа... Это лежанка такая. Защита 100%. А окон нет. Когда кончил, он делал презик. Это какая-то... Типа... Наверное, тот, кто носит маску на подбородке, при сексе держит презерватив в руках. Оп-оп-оп. Там кто-то в жилете ходил. На людей похуй, либо собак как-то не было. И чтоб люди были либо старики, либо бабушки, либо женщины. Молоденькие. Ой. Смотри, это кроты. Смотри, как дохуя дырка от кротов. Отверстие. Дырка у тебя в жопе. Ебать у кротов дохуя. Потому что один долбоеб. Тюнь-тюнь-тюнь нырять. О, щебень нашел. Мимо звука. Давай будем обозревать мимо звука. Не баяна, классика. Это типа это... Как называется дом охранника кладбища? Живой уголок. Не можешь сказать ничего конструктивного? Завали ебаник, ладно? Батя проглотил флешку, теперь он папку с файлами. Ну это уже, наверное, все знают, но надо потом новые такие клеить. Я не помню мемы. Я мемы не запоминаю. Я смотрю и смеюсь. Бля. Мой язык очень запутывается, потому что я давно не снимал. Страшно, страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если мы знаем, что это такое, мы не знаем, что это такое. Жив. Очко жив. Надо говорить, разговаривать. Что делал сирота, когда ему подарили компьютер? Создал папку. Где? Открылась? Да. Кстати, ебать, как, кого туда как шум? Так, не тебе почему. Кшик, открылся. Блять. Вот это было страшно. Ну да. Там как будто кто-то есть, сука. Ну иди. А что я вперед? Давай.
сам заикнулся, типа, пошли. Зайди, сука. Зайди, сука. Смотри, там палкой сделали. Закрыть, надо открыть. Смотри, а здесь кто-то заезжал. Да заебал очкошник, блядь. Сейчас с ружья, нахуй. Поднимаем. Блять. Нихуя тут домище, нахуй, охуенный. Здесь по-любому. Бомж живет какой-нибудь. По-любому. Ну я бы тут жил, я был бомжом. Если честно, это мой дом. Меня интересует, зачем вот это сгорели. Кураем, блядь. Я ебать сать хочу. Где я поссал? Так это когда мы на мотоцикле катались. Это было давно. Ой, бать, кому вагончик нужен? Приезжайте, забирайте. 8-й сад, наверное. Продам вагончик. 3000 рублей. Ссылка на донат в описании. Ой, ебать, здесь в натуре студия, нахуй. Прикинь, такой взять, да? Да. Заходите в студию на мою. Колхозник, блядь. Ой, это прям вообще прям типа вагон. Я никогда в вагоне не был. Джурья. Пиздюк-чучук. Блять, он вообще рассыпется. Вот, русский. Хотел свой себя хранить. Этот. Можно видео назвать, знаешь, как? Нашли хату на НГ. Сейчас нет. Нашли хату на НГ. Сейчас мы взяли дома, мы ищем дом. Не, ну. А? Как по стандарту, не менее блогеры там, типа, и еще, еще там что-то. Кликбейк. 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 Я сказал кликбейк. Бейк. Я сказал бейк. Ну, она кликбейк. Да? Не нахуй, блядь. Птички нахуй там. Птички лают, собачки поют. Гавчи, гавчи, гав, гав, гав. Птички лают, собачки. Да. Птички лают, собачки поют. Гавчи, гавчи, гав, гав, гав. О, вот это бит был. Не. Сука, он лучше тебя музыку делал. А что это делать так? Не знаю. Хуета. Вообще взять, подцепить его на грудь. Паркур. А мы отсюда зашли, да? А, не, нет. Я, не знаю, я тоже не будем. Че, до конца сад дошли. О, вот это хороший домик, да? Заброшенный. О, в натуре заброшенный? Нет. Есть там, но... И что, у меня в саду тоже есть заброшенный там сушу. А нет, не заброшенный. Хотя все вот можно. А нет, перекопанный. На, поснимай, пойду. Он пошел сзади. Так смешно, меня аж, блядь, трясёт. Он ушёл ссать, а я пошёл вперёд. Мы стали пить его. Яркость. Да-да-да. Смотрите, дурачок. Это дурачок. Всё, посрать. Такие, жизнь такая. Лёх, подними этот лицо.
Я напрямую поставлю. Да. Сейчас, погоди. Повернись. Все. Не, я сфоткал. На превью поставлю, чё, зачем? Запарил. Сейчас, погоди, петличку уберу. Все, вставай, пошли. Я не могу увидеть это. А ты типа снимал? А, снимал? Нет, вот эта вот кнопка есть фоткать. А, и ты еще и снимал, да? Да. Но мне кажется, лучше прыгнуть сделать прыгнуть. Да. Неопытный съемщик. Не, блядь, я пират. Неопытный съемщик. Нормально. Квартиру плохо снимать. А вон на лес, куда мы собирались ходить. Дай микрофон запал. Видео петличку, сука. 75. Бать больше думаю. Нихуя. Не подходи. Он не заброшенный, ну как позаброшенный. Ебать он деревья. Сейчас собака какая. Хоть провода, блядь. У тебя приближенно стоит там. Сука, ебанутый. Сука, через забор перелазить надо. Когда получил захват. Идем за углом. Это я в 3 часа ночи бегу за пивом, нахуй. Вот здесь, короче, если по той дороге ехать, да, за забором, то, короче, в мой сад попадем. Когда у тебя не добудут? Ой, мама! О, вот здесь перелезем. Перешагнем. Гена под током, да? Ты это не понимаешь. Так, еще один плюс. Ебал его. Держи. Ну, в общем. Фу, воняет пиздец. Владик, рот закрой, воняет пиздец. Сильное заявление. Чем ты воняет, Глазик? Ебать, на камере так хуёво, да. Жизнь охуенно. Ой, да, полезно. Ты ебанутый. Я просто не хотел. Чего так? Смысл, а так и тоже? Нет, нельзя. А, это не помню. Нет, нельзя так делать. Прикинь, бум-бум, нахуй. Ну да. Ты ебанулся? Давай лучше со мной, нахуй. Хули ты с деревом, блядь. Пошли в глушь леса. Не, здорово, братан, говорю. Как жизнь? Сиська поебала или как? Пошли клещей собирать. Потом, короче, ферму разведем, продадим. Убить каким-то, блядь, киллером, да? Энцефалитных клещей. Бать, смотри, какой я умный, нахуй. Сейчас по тебе пойдем. Ты бы не догадался. Ты же лох. Каким же успехом можешь просто микрофон? Итак, что это, Владик? Я думаю, это... говно. Ай, пидор! Ты охуел? Живой намного красивее. Как думаешь, если может быть кто-нибудь хищный, да? Да нет. Ну, леса точно есть. Леса? Леса, вот. Леса, там, блядь, какая-то это хуйня, собака. Волк, насчет волков я хз. Но медведей точно нету. Слишком маленький лес для медведя.
Лось, вряд ли. Блять, что? Ну, горит где-то. Блять, меня чуть капнуло. Дождик сзади идет. Сзади идет. Сзади идет, впереди не идет. Ебать, здесь утеплитель у земли. Это иголки, как я понял, дохуя, да, слишком? Стой. Типа на приют, блять, на шидерову, да? Если ее зажечь, то она блядь. Да, вот ебать, лес вообще загорит, пиздец. Че, заблудимся в лесу? Можно. Твое видео обратно возьми себе. Думаете, зачем мы видео снимали? Давай вниз, блядь. Обе газы. Возьми ее. Вот. Берите с нас пример, мы убираемся в лесу. Вот здесь в натуре, если качественную камеру иметь, да. Можно снять поворот не туда. Чё? Ебать, здесь чё, дом был? Чё там, смола? Вот и пришел сюда. Че, прикинь, на туре это пидасы из поворота не туда приходят. Гигосекс. Это что у нас? Сосны, да? Сосну. Блять, вот это береза. Вот. Ну, сохни, да? Так долго шутки до тебя доходило. О, зеленый трава. Опа, там что, дорога есть или что? Хуета. Блять, прикинь, тут дорога есть. Так что мы не заблудимся. Там худик. Цивилизация. Мы дошли. Там мы видео снимали, блядь. Вылеклись. Тебя нихуя не слышно, наверное, так. Да, мне. Всем похуй. Всем похуй. А, вот, ебать, смотри. На площади видел, сажают, да, елки? Вот они, пидарасы. Отсюда вытаскивают. Сейчас включу голос Олега Майами. Ну вот, короче, девочки, мы пошли гулять в лесу, и там встретился медведь. А дальше вообще вы умрете со смеха. Лучше поставьте на паузу, приготовьтесь там, сядьте поудобнее. Я забыл сказать, наливайте кружку чая, заваривайте душек и садитесь. Сегодня будет контент такой, которого вы не ждали. Ну все, девочки, я в Париже. Вот Эйфелева башня. А, девочки. Короче, мы слишком увлеклись и ушли в Париж. Мы ушли в Париж. Фоткай. Нормально. Ля-ля-ля-ля-ля. Мы снимаем всего 10 минут? Ну, в общей сложности мы уже час где-то снимаем. Она берет мой палец и сет. Соси палец. И сегодня я вам расскажу историю, как челка сосала мои пальцы. Что было дальше? Дальше? Дальше лес. Ёпта, деньги есть. Копейки, семки. А если найду? Птички охуенно поют. Мы заблудились. Я испугал. А, нет, пошел нахуй, да. А что будет, если прицепить? Что ты хотел? Прицепить шишку. И кинуть. Ой!
Извините, мы вас уронили. Ой, девочки, вы упали. Девочки, вы упали. Вот, ебай. Да хуя сюда быть. Высажили, суки. А, на клип сюда. Хоть клипа. На этот. Что у нас есть? Косяк? Песня нужна. Ну, в следующий раз можно будет писать клип. Колонку возьмем. Хочу косяк. Хочу курить. В лес так. Да, ты сейчас идешь по лесу, да курить охуенно. Да, вообще. Встань встал. Куда? Я хочу косяк, чтобы покурить, потому что я не вижу этих лиц, потому что I'm sorry, I'm mad. Я прошу водку запах и выжить меня. Я пустил эль, заебался пить, записался в тренажер, поднимаю гирь и ем пирожок. Потяну на спину и теперь на твою шапку. Все, заебал, хотя подписчики отписываются, да? Отпиздятся. Что мы ели это? Труп! Ой, труп! Че, ебалай? Танцуй, гайки! Ебать здесь пиздато, да? Можно бы шалашик сделать и пиздато. Весь двор там Саши. Это че косяк, чтобы покурить. Потому что я не люблю этих лиц. Потому... Владик! Сзади немецкая овчарка. Беги, сука, беги! Сука, да, сзади! Блядь, чё она? Отсылай, бежать, не надо, блядь! Это инстинкт, сука! А, блядь! Ох, блядь! Тихо. Тихо, восстановился. Вроде да, он остановился. Ебать там леса хуйные. Все, она ушла. Ух, бля. Короче, мы заканчиваем на этом, потому что у меня осталось 5% на телефоне. Типа, ну да. Класс. Зарядник мы не брали. И на этом влог завершен. Мы все, мы устали. С вами были Вечные Блогеры. Всем пока.